Так, даем деньги. За кого вы болеете? За Динамо Брянск? Динамо Брянск. Это же самая болельщица крутая. Талисман, да, Динамо Брянск. Талисман. Про меня даже в журнале футбол писали. Так а вы всех игроков знаете хоть? Всех. Всех. И кто там играет? Сегодня ж Женька Шелютов. Потом, говорят, вернется Максимка. Жан Були. Нет, Руслан Усиков. Руслан Усиков. А Тири Андреевича выходит? А этого придурка Усика надо по жопу коленом гнать. Потому чего? Что четырьмя карточками вышел, когда наши с Орлом играли. Как это можно? Можно. Судейка не переживет, если Усикова не будет. Если бы не Усиков, мы в первой лиге были на первом месте. Ты как, кто хорошо играет хоть в команде? Играет хорошо сейчас Шелютов. Везде забивает. В Турции всех он? Всех. Так привет передадите Шелютову. Мы вас по телеку покажем. Жене Шелютову привет. И Ешугову. Ешугов самый лучший. Так тренер. Вы же только что сказали, что Шелютов лучше. Тренер. А, тренер. Шелютов самый лучший, а Шелест пидорас. Нет, Шелютов лучший игрок. А Усиков мудак после той игры.